Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня мы устроим битву между големом и инфритами Minecraft Pocket Edition. Так, вот у меня сгрузилась арена, инфриты у меня уже стоят, големы я построил, голем, наверное, уже хочет пойти в битву, давайте сломаем преграду. Да, я угадал, он побежал сразу драться. Так, посмотрим, кто победит. Так, он его подкинул, наш голем сгорелся, как мы видим. Но он пытается драться, да, он его убил, он уже убивает других. Так, он убивает их. Так, у него получается прекрасно. Но он что-то слишком быстро их убивает. Возможно, они проиграют, наверное, ну да. Так, да, они проиграют, это уже точно. Он бежит к последнему. Так, он куда-то улетел. Так, голем наш опять загорелся. Но он этого убил. Так, давайте с вами тогда еще посмотрим, сколько он сможет выдержать. Так, если бы он не горел, он бы смог бы долго держаться. Так, он убил еще одного. Так, бежит дальше. Убил еще. Убил еще. Что я могу сказать? Он еще убивает и убивает. Так, остался, ну, как последний. Так, сейчас он, наверное, так, убил. Так, сейчас возьму кирку, чтобы как бы не мешало, не мешали предметы. Так, ну и все, наш голем погиб, конечно, он держал скрепок. Победа присвоена ему, потому что он победил очень много. Если считать первую битву, то так-то он победил, потому что, ну, все равно это его победа. Так, сейчас я соберу вещи, которые инфриты тут потеряли. Так, это палочки в основном. Опыта мало, конечно. Ну вот на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите еще такие битвы, пишите комментарии.